Выставка Moscow Halal Expo 2017 объявляется открытой. Концепция выставки заключается в том, чтобы развивать рынок халяль. Это инфраструктурный проект, который нацелен на то, чтобы компании, которые производят халяль или интересны которым производить халяль, чтобы они могли найти свой путь на этом рынке, чтобы они могли познакомиться с основными участниками, понять, кто что собой представляет, познакомиться с основными закупщиками, заинтересованными в этом секторе, познакомиться с зарубежными организациями, которые именно едут в Россию специально, чтобы понять, что здесь есть халяльного. Деловая программа в этом году была нацелена на производителей продуктов питания, а также мы сделали небольшую программу для B2C, обсуждение вопросов сетевого маркетинга и криптовалюты. Программа была направлена на B2B, на расширение продаж, взаимодействие с дистрибуторами, управление собственной торговой маркой и развитие брендинга от начала до попадания на полки и удержания на полке. Очень много посетителей из других стран. Вот. Это для нас новый рынок сбыта, для нас он очень интересен. Экспорт – самое приоритетное наше направление. Мы участвуем на выставке «Халяль», нашли своих потребителей, общаемся, расширяем и хотим быть ближе к потребителю. Наша компания является крупнейшим производителем мяса птицы в России. Суммарная производственная мощность предприятий, которые входят в группу компаний, составляет 550 тысяч тонн продукции в товарном эквиваленте за год. Мы участвуем в выставке «Халяль Экспо» на постоянной основе в течение последних нескольких лет. Позиционирование компании на этом бурно растущем и очень перспективном рынке необходимо. Получить сертификат халяль — это не значит просто получить как какой-то брендовый знак или еще что-то. Это целая философия, потому что основное направление, чтобы нация была здорова, люди были здоровы и поколение росло здоровым. Есть там «Халяль Фуд Салон», это компания, которая сертифицирована «Халяль», именно на этом рынке акцентирует внимание. У нас есть «Лайфстайл Салон», это непродуктовые товары, косметика, парфюмерия, одежда, подарки различные. Мы предлагаем много направлений, не только Бали. Что касается халяль-туризма, мы фокусируемся на 5 ключевых направлениях халяль-туризма в Индонезии. Когда мы разрабатывали формулу лака Майя, мы исключили все недозволенные ингредиенты, чтобы сделать продукт халяльным. В то же время лак дышащий, что означает, что он пропускает воду. Следовательно, с ним можно делать омовение. Российский рынок хорошо развит. Участники рынка осведомлены о необходимых требованиях, предъявляемых к халяль-продукции. Уверен, что есть отличные перспективы для экспорта. Я приглашаю всех, потому что неважно, какой бизнес, крупный или мелкий, на полке стоят все.